Здравствуйте, дорогие зрители! Приветствую вас на канале обзоров телеклуб Оксаны Гетман. И сегодня я вам расскажу, что же мы увидим во второй серии пятого сезона шоу «От пацанки до понянки». Там действительно есть на что посмотреть. Конечно, данный проект часто отличается повышенной агрессивностью участниц, но такой жестокости давно не было. Несколько девушек настолько сильно повздорят, что разнимать их будет полиция, но на этом стычка не закончится. Как только участниц разнимут, одна из девушек накинется на блюстителя правопорядка, пытаясь доказать свою правоту, однако у нее это плохо получится, и есть предположение, что особо бойную участницу отвезут в полицейский участок. Что касается испытаний, то настоящим испытанием станет отказ от одежды. Девушкам по обычаю выдадут школьную форму взамен на личные вещи. Однако немногим такой обмен понравится. Несколько участниц даже окажутся на грани вылета из школы леди из-за того, что не будут отдавать личные вещи. Но что же все-таки победить, желание носить собственную одежду или возможность исправиться, увидим в новом выпуске. А вы мне напишите в комментариях, какая пацанка вам понравилась больше всего. Жду от вас пальчики вверх и до новых встреч.